Это история Леонида Млечина. Для тех, кому не безразлично наше прошлое, все, кто интересуется историей, только что отметил столетие подписания Версальского мирного договора. Мирного договора, который покончил с Первой мировой войной. Он был подписан 28 июля 1919 года в зеркальном зале Версальского дворца. В тот день, когда был в 1914 году убит эрцгерцог Фердинанд, австрийский, наследник австро-венгерского престола, что стало поводом для Первой мировой войны. Версальский мир – это понятие с дурным привкусом. Вот уже 100 лет все говорят о том, что это был крайне неудачный мир, что это был губительный мир, что этот мир породил новую войну, что державы-победительницы поступили неправильно, что они не должны были навязывать такие жестокие условия проигравшей войну Германии, что они не должны были оскорблять национальное достоинство немцев. Словом, они поступили совершенно неверно. Я в корне с этим не согласен. Версальский мир был заключен на таких же условиях, на которых всегда подписывались миры в ту эпоху. После того, как Франция в 1815 году потерпела поражение, Наполеон проиграл свои войны, Франция была очень жестоко наказана. Когда в 1871 году Германия вновь победила Францию, очень жестоко Франция была наказана, был навязан очень жестокий мир. До весной 18 года та же самая Германия навязала Советской России Брест-Литовский мирный договор, который на стране звали справедливым грабительским, чудовищный по своим условиям. И совершенно немцев это не смущало. Ни немецким политикам, ни немецким генералам, ни всему немецкому обществу совершенно не казалось, что они как-то несправедливо поступают со страной, которая навязывает свою военную волю. А вот когда точно так же поступили с Германией, немцы обиделись. Ничего такого особенного в мирном договоре не было. Да, ограничили военные возможности Германии, запретили армию по призыву, разрешили 100 тысяч добровольцев, ну, службы по контракту, как у нас теперь говорят, в сухопутных силах, 15 тысяч на флоте, запретили иметь наступательное оружие, лишили колоний. Вернули некоторые территории, которые немцы присоединяли к себе, вернули Франции, создали свободный город Данциг, это нынешний Гданьск, наложили контрибуцию, забрали байеровский аспирин, он стал теперь не немецким, а американским. Наложили контрибуцию, на самом деле не такую большую. Но немцы решили, что это чудовищная несправедливость. И вот почему. Первая мировая началась для Германии оглушительными победами. Немецкие солдаты маршировали по Европе, захватывая одну страну до другой, дошли до Парижа. И казалось, они возьмут Париж, потом они остановились. Началась долгая позиционная война. И эту войну Германия проиграла. Она была полностью истощена к концу войны. В прямом смысле тоже. 600 тысяч немцев и австрийцев погибли просто от голода. Но до последнего момента германская пропаганда писала о победах. До последнего момента немцы были уверены, что они побеждают в этой войне, потому что они такие выдающиеся воины, потому что писали о их особых качествах немецкого солдата, потому что германские генералы демонстрировали свою надменную волю и обещали навязать ее всему миру. Немцы были уверены, что они выиграют войну, пока внезапно все не рухнуло. А рухнуло потому, что Германия была полностью истощена, и когда в 18 году в боевые действия вступили свежие американские войска, то фронт стремительно рухнул, Германия мгновенно была разгромлена. Но разгром произошел так быстро, что немцы были этим потрясены. А германские генералы? Никто из германских генералов не признал, что они проиграли войну. Генерал-фельдмаршал Людендорф, один из главных архитекторов войны, он был начальником оперативного управления генерального штаба при Гинденбурге, который потом станет президентом страны, всегда говорил о том, что они войну не проигрывали. Он, беседуя с одним английским генералом-историком уже после Первой мировой войны, говорил о том, что они не проиграли войну. И англичанин, слушая, сказал: «Так вы хотите сказать, что вам нанесли удар в спину?» «Да», — сказал Людендорф, — «удар в спину! Мы проиграли войну, потому что восстали левые, либералы, коммунисты, евреи. Они нанесли нам удар в спину, а иначе бы мы никогда не проиграли войну».
И эта утешительная иллюзия распространилась по всему немецкому обществу. Они не могли проиграть войну. Они такие выдающиеся воины. Германия такая великая держава. Как она могла проиграть войну? Это враги. Внутренние враги, объединившиеся с врагами внешними, нанесли нам удар в спину. Это так широко распространилось, что не произошло никакого осознания того, что свершила Германия, которая начала Первую мировую. Не привело к осознанию того, что Германия войну проиграла, а породила только злобу, ненависть и презрение ко всему окружающему миру. Поэтому немцы совершат такую чудовищную для всех и для них тоже ошибку, поддержат Гитлера, который приведет их ко Второй мировой войне. Так что Версальский мир тут совершенно ни при чем. Народы сами выбирают свою судьбу, и когда они не в состоянии осознать реальность, они навлекают на себя все новые и новые неприятности. Но, собственно говоря, об этом историческом опыте мы с вами все время и беседуем, будем продолжать эти разговоры. Но чтобы не пропустить, ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на мой канал в YouTube.